Вот, приехав со Львова в Неаполь, мне срочным образом нужно было лететь в Польшу по бизнесу, решить кое-какие вопросы, и вот как это было. Поехали. Ну что, мы сели в Варшаве, сейчас будем ехать в Люблин. Прилетели с Неаполя. Прикольно. Вообще, без ничего, тупо вот так. Шучу, у меня багаж там есть. Жутко. Центра. Я решил остаться на ночь, снял номер в отеле, принял душ, переоделся и вышел прогуляться по ночной Варшаве. Какой тут прикол. Так, сейчас у нас пол второго ночи выделяет. Прикольно, тихо, спокойно. Так, ну вот мы уже утром тут, короче, направляемся на вокзал, буду ехать в Люблин, тоже должен быть красивый город. Приехал в Люблин и через сайт BNB я заселился в частный сектор, проплатил на 10 дней и скажу, совсем недорого, ставлю лайк BNB. Да, и сегодня очень важный день, потому что просто он очень важный. Да, вот центр Люблина, такая штука тут есть. Оп. Обелиск. Вообще очень красивый город. Такой сейчас покажу. Ух ты, только что увидел на церкви вверху знак всевидящего глаза. Вон. Так, иду искать Млечное кафе. Мне сказали, что там очень вкусно готовят. Иду пообедаю сейчас. Уже без 15-12 надо что-то покушать, вот. И продолжим дальше гулять. Дети играют. Тут ремонт дороги, даже все очень красиво. Сегодня умер айфон. Жалко, конечно. Значит, его срок вышел. Да, я на него классно снимал, и он взял и умер. Ну ничего, будем снимать пока на Samsung. Да, сегодня 3 мая. Жара серьезная в Польше. По нему и удивляюсь просто. Все очень спокойно. Посмотрим, что вечером будет. Я узнал, что сегодня праздник, и все равно очень спокойно и тихо. Млечное кафе я так и не нашел, зато нашел ярмарок в историческом центре.
дуром. Прикольно. Эти дома выглядят как кривые. Фишка в чем, что на видео не так видно, тут тупо все дугой, что тут, прикольно, да в реале смотришь там, конечно, в мультике. Короче, что, я купил себе покушать, сейчас пообедаю и идем делать дела, большие дела. Оказалось, что 5 мая в Люблине фестиваль мясного пива, и вот это я попал, конечно, ребята. Вот и все, 12 мая вернулся в Неаполь. Надеюсь, друзья, что скоро выйдет третья часть этого эпизода. Желаю всем хорошего настроения. Всем пока-пока.